Большая часть танков Т-90С и Т-90СК уже поставлена во Вьетнам, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации «Ростех» в ходе «Рособоронэкспорт» на выставке в Чжухае Виктор Кладов. Авиакосмический салон «Авайршау Чайна 2018» пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября. Идут отгрузки имущества, танки Т-90С и Т-90СК, РЭД, большая часть техники уже на месте, сказал Кладов. Контракт на поставку 64 танков Т-90С и Т-90СК Вьетнаму был заключен в 2016 году со сроком реализации в 2019 году.